Европейский финансовый сектор сел на жесткую диету. Нидерландская группа ING намерена сократить 7 тысяч сотрудников. 5 тысяч рабочих мест исчезнут в самой компании, остальное в фирмах-подрядчиках. При этом в рамках снижения расходов на 900 миллионов евро ING будет расширять бизнес по интернет-банкингу. Для крупнейшего финансового конгломерата Нидерландов это самые серьезные массовые увольнения со времен кризиса 2009 года. Тогда компании пришлось пройти через национализацию и отделить страховой бизнес. Сейчас, считает аналитик, финансовый сектор снова вынужден приспосабливаться. И на этот раз виновата политика Европейского центробанка. Сокращать рабочие места на Западе и расширять штат в регионах с более дешевой рабочей силой – это обычная практика по оптимизации издержек в наше время. Время, когда низкие процентные ставки сужают возможности финансовых компаний вернуть инвестиции, а банков получить хоть какую-то выгоду от кредитования. На прошлой неделе об увольнениях почти 10 тысяч сотрудников объявил Commerzbank, второй по величине банк Германии. А первый Deutsche Bank переживает настоящий кризис. Там сокращения с учетом страхового подразделения уже перевалили за 10 тысяч.